всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Да это тут прикольная, кстати, мышка. Ой. Ого, это не дверь, это какая-то калитка. Так. Обрати внимание, все какое-то грязное здесь. Димас, это ты что ли? Нет, да, да. О, а это ты. На кого похоже? На Фримана. А, это я? На Фримана похоже, да? Нет? Да, блин, смешной чувак. О, аптечка. Пригодится, бери. Смотри, тут зеркальце есть. О. Зеркальце, зеркальце, скажи, кто самый тупой? И показывает меня, гениально. Художище. О, я на улице ухожу. Димас, иди сюда. Прикольно сделано. Убейте монстра соседа. О, нож нашел. Ой, Димаш. Я нашел. Вот, Димончик, молодчик. Только ты меня не убивай. Не-не-не. А ну так, попробуй чё, порубить. Что будем делать? Ого! Смотри, какой большой зомби! Офигеть. Ай! А когда умер, стал маленький. Жесть. Отлично, Димон. Я знал, что ты сможешь. Мои все аптечки из-за этого. Это стрёмная тема. Так, а что мы можем с помощью этого ножа делать? Может, доски разрубить там на улице, которую я хотел? А может, вот здесь что-то разломать? А ну попробуй. О, да-да-да, иди сюда. Не, фигово, я ломаю. А я поверил даже в какой-то момент. Так. Пробуй здесь. Ладно. Все, Димончик, иди на улицу. Мочи, мочи его, давай вместе. Надо друг друга не убить. А чё, мне он даже хп не сносит, Димас. А, может, бессмертие включено? Ну, стой, дай я посмотрю. Играем. Да, Диман, бессмертие было включено. Ну, ничего страшного. Это была тренировка, а теперь бой. Генератор. Мы, ребята, извиняемся. Да ничего страшного, так веселее. Я думал, мы просто классно играем с тобой, никто нас убить не может. Смотри, а вот как-то странно, да, сделано, чтобы выйти на следующую полосу, надо... Локацию. Да, надо через соседа пройти. А, она будет, наверное, в длину, 100 мегабайт, и они все в длину будут. Ой, смотри, как там круто. Тебе, Димас, не кажется это странным? Два домика и церковь сразу. Угу. Ой, смотри, как там классно, привидение нарисовано на стеклах. Да, давай сходим. Сейчас, подожди, я хочу... О, тут есть туннель вниз. Давай направо. Не-не-не, какой-то у нас. Ой-ой-ой, не хочу, не хочу. Идем, зайдем. Давай сюда пока. Давай сюда направо. Воу, круто здесь. Волки воют. У тебя тоже есть этот звук? Да, тут вон какое-то красное мигание. А! Дурачки, что ли? Бей его. А я не вижу, у меня невидимый он. Ладно, давай буду бить. Вместе с тобой. Я не знаю, кого я вижу. Какие-то маленькие полосочки. Все, убил. А ну, подожди, ящик можно разломать? Ого, я думал, это какой-то гроб, а тут внизу туннель. Спрыгиваем? Не-не, подожди. Надо, давай осмотрим сначала тут. Там закрыто будет, полюбасу. Ну, стекла бронированные, офигеть. Смотри, я нажимаю кнопочку, не? Звонок. О, там дверь, видел, открылась, Димон? Где? Я подошел, и дверь закрылась, а внутри в доме вот это вот. А? Да, я это видел. Может, нас кто-то услышал? Ну, там это компьютер. Давай тогда стоит. К нему. Значит, надо прыгать и через низ в дом попасть по-любому. Да, давай. Это какой-то церковный дом, что ли? А ну да. Еще и прыгаем, как в могилу какую-то. Блин, здесь круто. Я понял, нам нужен динамит здесь какой-то. Смотри, я что-то включил тут. Плиту. А ну-ка. О, плиты нажимные, тут плиты нажимные, Димас. Вижу. Давай я тут нажму. Нажимай на плиты, на все. Я так понял, нам тут на все надо... А, нажатая уже вот это вот. Так, а смотри, тут где-то еще должна быть плита. Смотрим. Может, на полу где-то? Так, вот это я нажал. Вот это нажал. Да, давай на полу будем смотреть. Может, где-то здесь, не там. Вот, Дима, нашел. О, открылось! Четко, погнали. Блин, вот это мы шарим, конечно, ребята. Да, профи. Ключ такой каменный. О, а тут темно очень. Готовь мечи, сейчас будет мочь его.
Лово. Так, мне кажется, тут какой-то монстр был. Диман, направо. Блин, блин, стрёмно здесь. Такие туннели очень. А мне эта карта нравится, она крутая. Крутая, только туннели такие стрёмные. Аптечка. Только она там. Можно пройти и аптечку юзануть. Слышу зомби. Держи, я аптечку выкину. Не? Не открывается? Не, не открывается. Так, смотри, аптечку внесу. Ладно, сюда я возьму. Кину. На обратном пути. Тут что у нас есть? Так, кровь идет туда. Значит, кто-то там есть. Нет. Не, давай налево лучше. Так, я теперь понял, почему она много занимает места. Опа. Да. Так, смотри, он, это детальки такие, забор. Пистолет Димон взял. Пехаль. Так, смотри, какой пекаль непривычный. Ого. Пошли. Стрёмный какой-то пистолет. Так я стрельнул рандомно и в решетку попал, она развалилась. Это же бывает на дурачка. Так, вот. Давай, 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 чувак. 300 патронов, Димон, сейчас будет мочилово. Ого, да, 300 патронов. Блин, заряжается долго, это жесть. Долго. Перезарядка у него очень долгая такая. Реалистично все. Так, никого нет? Сейчас будет бойня. Так, во, смотри, картинка чья-то. О, второй, вебка. Третий. Там, где мы залазили, первое, смотри. Смотри. Он сюда идет? А что у него в руках? Другой монстр был? Эй, два зомби, один несет второго. Диман, они идут к нам. Они вот за этой дверью. Иди, открывай. Да ну нафиг. Да-да-да, она открывается. Да ну нафиг. Закрыт. Нам точно? Давай по камерам посмотрим, нам точно ее надо открывать? Не. Ну дверь там открывается, по идее. Блин. Ага, мы в ловушке, я понял, прикольно, весело. А, вот ключ. Давай, я тут. А, это мы вернулись. Угу. Ага, понятно. Так, а там что? А это типа блоки, да? Что, вот здесь сейчас должен быть зомби. Да-да-да-да-да, вот этот туннель. Туннель? У меня нет прицела. У тебя есть прицел? Ой! Офигеть! А-а-а! Гаси, норм, гаси, Димон, давай. Задним давай ходом вниз. И убиваем. Вниз, 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 давай, Димас. Он дверь выломает сейчас, смотри. Заскриптовано так сделает. Я ж сказал. Закрывайся. Говно, умри. Димас. Будем так его на друг друга пере... О, убили. Еще два, бежим. Валим, 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 валим отсюда. Просто свалим. И чё? Блин, это тупик. Ну всё, Димас, я... Мочи, да. Мочи, мочи, мох. До последнего, я буду сражаться до последнего. Так, я валю отсюда. Больно. Это жестко, жестко. О, Димас, здесь пройти нельзя. Блин, 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 блин. Мочим их, и тай всё, Димон. Не убегай, мочи их. Нам пройти по-любому их надо. Блин, музыка стрёмная играет, палевная. Жесть, лишь бы она не авторская была, а то нам потом... Я стоп-сон тут успел прописать. Да? Да. Блин, Димон, мочи его со спины! Стоп-сон! Их двое! Димон, мы ж того убили, этих убьем, чублик. Блин, чувак, ты так долго заряжаешься, я сейчас посидею. Да-да-да, зарядка очень долгая. Блин, сейчас возьму... О, одного убили, Димон! Класс. Ух, сейчас еще 10 штук заходит, я вообще буду в шоке. Ух. Давай, все, идем. Давай. Может, там дверь открылась? О, да. Отлично. Так, теперь можно и направо пойти. Блин, намудрил чувак неплохо. А направо были боеприпасики. Прикинь. За боеприпасами. Ладно, идем обратно. У нас есть ключ. Хотя нафиг он нам нужен, непонятно. Ты же его вроде использовал. Во! Видел? Пробежал какой-то карлик. Я далеко был, но может что-то увижу на этаже. Это тот зомби, который нес еще одного зомбака. Я вдалеке кого-то вижу, иди ты. Нет, это просто... А, это лампочка мигает. Этот зомбик, наверное, сюда побежал. То есть вот эту, короче, штуку надо взорвать, да, нам? Бомб-детонатор надо. Динамит.
теперь можно уже установить, Дима, спокойно. Ну давай. Так, отходим, отходим. Так. Неплохо. Там так камни стояли, мы могли их ногой разбить и пойти дальше. На соплях там стояли. Бомбу, детонатор. Так. Поднимаемся. Так, а мы вылезли как где-то непонятно где даже. С другой стороны, что ли? Вообще непонятно, куда мы вылезли. Это другой дом совсем, Димон. Заходим. Да. Так, я уверен, что зомби будет. О, телевизор разбитый. О, там чудище было. Видел, тёлка? Стрёмная. Не, не видел. О. Чекпоинт сет. Активировали. О, отлично. Какого, пойдем. А там не будет конец? Нет. Вау. Оу. Вот это разработчики, особняк. Полегче. Особнячище. Ты какой дом стрёмный, он черный весь. Заходи. Звонок, звонок такой. Гу-гу-гу. Такой. Прям как обычно, надо найти вход в дом. Ищем. Вот, давай здесь посмотрим. Вот. Посмотрим. Нам нужен ключ, чтобы открыть. Да ты чё? Гениально. Да ты чё, нам нужен ключ? В горшке ключа нету. Ой, нашел. А, где он был? А он за деревом возле корней лежал. На дурачка, Дима, знаешь? Вот сегодня у меня интуиция хорошо работает. О. Он помогает шмаркации? А, нет, понял, не то. Блин, это жопа полная, ребята. Димон, пистолет достань сразу. Я его держу всегда на готове. Тут еще мухи, слышишь их? Да-да-да, на второй этаж погнали. Мухозавки. Кто-то сдох, что ли? Летают. Мухи ж на трупы тоже летят. Вот здесь хотя бы хоть поуютненько как-то. Получше. Согласен, здесь получше. Ух, мне показалось, кто-то сидит тут, понял? Это голова. Нажал. Секрет какой-то. Ты что-то открыл какую-то дверь. Потайной ход внизу на первом этаже, погнали. А, спрыгнуть нельзя, сделали доски. А тут можно пройти, тут нельзя. Оп, паркур, новое движение. Нет. Это путь к самовыражению, я не знаю. О! Я просто иду, и на меня какой-то чувак бежит и кричит. А-а-а. У меня же ноги вспотели, когда такое вижу. Фу, ты какая рожа стрёмная возле туалета, и обосраться иди, можно. Такой Серёж посмотрел на рожу. О, Димон, там ключ лежит. А, бери, бери, бери его. Взял. Вот это я сейчас офигел, ребята. Закрыто. Скример вообще дикий, дикий скример. Подожди, мы на втором этаже дверь идем, там откроем. Да, попробуем. И на первом тоже тут есть еще одна. Давай тут попробуем. Не, это закрыто. А, ножик один ключ на всех. Ага, давай на второй этаж. О, подошла. Отлично, погнали. Смотри направо на картину. Блин, они какие-то стрёмные здесь. Жесть. И вон, смотри, девочка. Я думал, глаз на лбу, ну то ладно. Ватриал. Дебас. Чё за говно? Ребят. Ой, а. Где-то появился. Где ты появился там? Ты пыхнись ко мне, значит я по сюжетке дальше продвинулся. О, все. А. Я просто там это прошел свой дверь. Так. Смотри, как тут выломана прям решетка. Не, это просто, чтобы никто не выбежал. Прикольно. Слева, смотри, это та же картина. Только уже с кровью на глазах. О, покорежено все. Это может какой-то второй. И еще сильнее. Ага, возвращаемся обратно, идем сюда. Так, этот туннель мне не нравится, давай ты. А мне нравится, идем. Блин, вот все время, когда ты первый идешь, никаких скримеров нет. Когда я потом резко случайно иду первый, меня ключ пугает кто-нибудь. Диман, тут аптечки, броня. Не, у меня все по полной. Давай направо идем. Так, идем, идем. Блин, так мигает, можно эпилепсию вызвать. Да. Странно, не открывается. Странно, странно. Может назад надо идти? Да, назад. А где там назад? А вот. На! Вот как говорю, как все время, когда я первый иду, меня все время кто-нибудь напугает. Как всегда. Так, мне кажется, даже так несправедливо очень. Иду, иду. Нема скримера, видишь, да? А, видишь, какой везучий? А если я пойду, то по-любому будет. А сейчас проверим. Сейчас теперь ты иди, ты первый. Ага, теперь ты иди. По очереди, что ли? Блин, никого, опять Димон. Испугало. Жесть, так и честно.
Вот дурачка везет. По-любому должно было испугать. Подожди, вот эта штука как будто ломается. Во, я слышал по звуку. Не знаю как, но как-то определил. О. Луст. Вон, дверь открылась, иди первый. Иду. А ничего не будет. Видишь? Напугали тебя. Мне невидимый был только что опять монстр. Ого. И что это такое, Димас? Не знаю. Может, надо на глаз плюнуть? Он на тебя смотрел только что, Димон. Жесть. Что с ним? Он живой. Бля, прикольно. Бей глаз, бей глаз. Бей, это глаз плохой, я уверен. Ничего вообще. Это кукла какая-то. Я до него дотрагиваюсь, и с меня... Димон, обрати внимание, дверь-то закрылась, мы не можем выйти. Блин, а что это за карлик на нас? Он уродливый. Ушастый какой. Слышишь? Я видел кого-то. Слышишь? Да-да-да. Только я стоп-сол он прописал. Сзади! Мочи, Димон, ножом. Мне кажется, топором быстрее будет этим рубить их. У одного убил. Музыка стрёмная, жесть. Что за карта наркоманская? Я офигел. Вообще жестокая карта, ребята. Ты убийц. Тут написано, что мы убийцы, Димас. Мы убийцы? Да. Ой, ребенок, слышишь? Смотри. Кубики летают, смотри. Что тут за надпись? Сейчас напишет fucking shit, смотри. А не. They live. Выживешь, что ли, или что? Ты вы... Но! Вы что, сумасшедшие? Значит, правильно идем. Заходи, заходи. Айс. Говно не открывается. Что-то на рычаг было нажать, что-то не нажал, то Димас. А, да? Давай, это лучше. Это типа охранники бывшие. О, тут какая-то девчонка. О, звонок. Позвони ко мне в звонок. Сейчас бах, тебе кто-то звонит в дверь. Там у них нафиг. Как-то плохо телевизор ловит. Это доктор Брин. Ого, ты, блин, что это такое нашел? Так, ладно, возвращаемся. На! Их там много? Один. Погнали сюда, тут стульчик, это хорошо. Блин. Мне так нравится, когда ты падаешь впереди. О, Голя сейчас прописал, ребят. Не-не-не-не-не. Два ствола. Отлично. Найс. It's okay. Давай сюда. Жесть, что ж такая карта-то длинная? Так, опять в тюрьму вернулся. Давай лучше выйдем отсюда. На улицу можем выйти, кстати. Да не, надо. И тут можем выйти. Мне интересно, тут слендер еще есть. Подожди, мы откуда вообще пришли? Отсюда или оттуда? Да, главное, что мы идем вперед. Главное, идем. Да нет, Димончик. Может, перепрыгнуть можно? Да, ага. Не надо. Так. Посмотри, тут патроны есть. Я одну штучку взял, иди возьми тоже одну штучку. Беру. Слышишь? Да, это звонок такой, да? Ого, вот это прикольная картинка. Угу, стрёмная. Как будто кто-то умер чуть-чуть. Где бы над кроватью такую картинку? О, патрончик. Ничего себе. Всё. Если сожрал. Много патронов, значит будет сильная валива. Слышал, в доме в том кто-то кричал. Откуда мы вышли, вот в том доме кто-то кричал, где мы были. Иди проверь, Димас. Никого. Тут кто-то кричал, я слышал. Никого. Вот тут... Дверь закрыта. Вот, видишь, тут кто-то был, кричал на нас. Это нас закрыли. Нет, на нас кто-то кричал. И тут закрыто. О, челик отдыхает. Он тут, кстати, появился, его тут не было. Убью так, его. Так, ладно. Кто-то над нами угорал. Поэтому надо... Слышишь, вой? Тихо, прислушайся. Слышу. Как не будто слышу. Какая-то... Может, уже можно открыть? Не, блин, походу мы в западню попали какую-то. Камин зажегся, что ты сделал? Ух, погрею жопу. А, жопа горит. О, смотри. А, что это за чудище? Это же картина.
Слышь, давай мы тебя просто вернем обратно, где ты был. Подожди, может уже можно открыть? Ой. Ах ты собака. Нас отравили или что? Среди туман поднимается. А, чё их так много стало? Так прикольно пищишь. Открывайте. О. Блин, я же говорил, что кто-то ржал над нами. О, вот она, вот она. Вон она, вон. Так. И чё, я мёртвый, что? А, не. Она загорела? Сражение. Ого, это босс, Димон. Вы чё, будем с картиной драться, что ли? Чё за говно? Картины, да. Сначала мелких убивать. Она как зомби бегает. Так это и есть зомби. Это быстрый зомби, Димас, ты не видишь? А, блин, у нее так калаш матит ее, это жесть. Ай, да что, как она понятно? Я попадаю, Димон. Стреляй, 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 стреляй. Заспамнила зомби. Ого, 4. Прикольно, мочилова, это финалочка, по-любому. Да-да-да, ребята, поддержите нас лайком. Если... Давайте лайкосик, и мы затащим. Интересно, до этого момента кто-нибудь смотрит вообще? Она задрала их спамнить. Короче, надо не зомби убивать, а ее. Да, я тоже так думаю, а то у нас патроны не бесконечные. А! Зомби зажал, говно. Блин, патронов нет. Будем пекаля мочить. А, 23 патрона. Давай ножами. А, не, ножами опасно. Ладно, пекаль. Давай, давай, сдохни. Она сейчас сожрет тебя. На, по спине, по горбушинке. Ага. Не попадаю я сильно. Сумасшедшая. Она, блин, это горбатая. Сумасшедшая картина. Сейчас еще будет спамнить зомби, смотри. Она вообще горбатая, ты видишь? У меня мало жизни. У меня 76. А, у меня тоже 75 уже. Было 76. У меня 7 брони еще. А, мало жизни, Димончик. Я ее перенаправлю на себя. О, она прыгает, как это, от быка надо уклоняться. Да. Зигзагами. Ой. Убил. Ого. Мы убили. Не, не убили. Вот это рвануло, так рвануло пукан у нее. Так. А, блин, опять дверь закрыта. Че, прошли, ребят? Мы прошли. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздравляйте. Приветики, омлечки. Давно у нас не было хоррор-карты. Это новейшая карта, называется Рената Хоррор. Если опять кушать, приятного аппетита. А мы начинаем прохождение страшной карты. Погнали. Ой, музычка началась какая-то стрёмная. Кактус. Кактус. А это не с рофлами случайно? Хоррор будет у нас. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, ты слышишь, кто-то тут поет что-то? Горилла. Что это за бред? Это карта по-любому с рофлами. Ну, у карты 5 звездочек. Надеюсь, вам понравится, ребята. А ты видел, какая здесь луна эпическая? Плоская просто. Это RTX. Да, по-любому, это ж нанотехнологии. Так, что здесь у нас написано? Days only. Какие-то песни он поет. I say... Я сказал days, только days. Я знаю, что ты читаешь это. По-любому мы все читаем, потому что интересно посмотреть. Ого, здесь оружие. Ёкала-мнекала! У тебя тоже этот крик стоит на всю карту? Да. А может нам только этого мочить надо? Так, есть. Осталось немножко, ребята. Вот это крики стоят. Ай, блин, это жизнь. Я люблю такие карты, на самом деле. Мне нравится. Написано, что очень страшная карта. Надо валить отсюда, Серега. Ё-моё! Что это сейчас было? Я обосрался, Дим. Давай, Серега. А может, на это и расчет, что мы после этой комнаты должны всраться?
О, кнопка, что она делает? О, о, не дверь, знаю. Дима, что о, калитка появилась. О, какие-то следы стиралка. Здесь были. А что-то похожее мы не проходили случайно? Не. О, шкаф, о, стул. Серёга, ты так удивляешься? О, тумбочка. О, мебель, Дима. Так, смотри, закрыто. Сюда можно пойти. Здесь вентиляция есть, давай еще раз здесь пройдем. Аниме бубис. Так, я помню, была карта, где мы не могли дойти до края туннеля. Помнишь, такое было? Не, ну мы доходим. Да, тут такая фишка. Что это? Ё-моё, пошло. Надо перепрыгивать. Это... Жизни тратятся. Это босс, это из ультракилла, Тим. Джанджмен, мочи его. Аптечки. Оно цепляет, когда в углу стою? А, убивает все равно. И что, и долго их мочить? Да. Есть. Фух, слава богу. Я думал, мы уже соли. Ну, озвучка, конечно, на высоте. Я не... Что это сейчас было, блин, ребята? Карта, конечно, вообще эпическая, блин. Ничего не понятно, но очень интересно. Ух ты. А, так это с мультика, да. Шалтай-болтай, с мультика «Кот в сапогах». Блин, вот это он здесь налепился. Смотри, что делается! Ё-моё, это надо было, Дима, Серега, видеть. Дима, о, здесь есть, спокойно. Смотри. О, Дима, тут что-то есть. Серега, а не, это не тот разработчик, где мы со скелетами играли, карта? Возможно, он. Кстати, вот очень так похоже по стилистике. И кактусы здесь везде есть. Дима, смотри, вот тут дверь. Я открыл. О, так ты ее не открыл, ты ее поломал. Тут пенис. Да что за карта? О, я взял его. А надо было? Блин, это жесть. Блин, ну я люблю такие хорроры. Мне как-то удовольствие приносит такое проходить. Дима, мне кажется, сюда надо его. А мне кажется, вентиляцию надо идти. А ты смотри, по форме не? Не, не подходит. О, вот подошло. О, Серега, тут могила выкопана. О, ключик. Я взял ключ. Не, его не взял. Взял. А, взял, да. То кирпичи уже летят. А что тут написано на надгробье? Ну, почитай. Здесь лежит Матвей Холод. Я не буду там читать. Там внизу, да, написано что-то нехорошее. Мы это читать вслух не будем. Так, ну что, давай сюда тогда. По-любому нам сюда надо. А вот дверь открылась с ним. Ага, ну идем тогда сюда. Блин, она запутанная, ничего не понятно. О, а там что? А мы туда не можем, да, попасть? Не можем. А ну, а, мне снимать пистолета. Погоди-ка, так. Может кирпич мне принести надо? Ты думаешь, кирпичом разбить надо? Давай, я принесу кирпич. Давай. А ты вентиляцию пока лезь. Что-то я очкуюсь сам туда лезть. Ну давай, раз ты настаиваешь. А блин, диван вонючий. А я могу диван подвинуть? О, диван можно двигать. Круто сделано. Так, ребята, интересно, что меня там в конце сейчас ждет? Блин, ну карта, конечно, троллит жестко нас на самом деле. Дверь закрыта! Вы меня обманули! Одурачили, обманули дурака на 4 кулака. Ну ты тпхайте ко мне. О, Дима, я сломал. Я иду туда, я помню, где это. Так, бегу совсем... О! Да, разбилась, вижу. Давай, погнали. Ну что, побежали. Ого, я еще так быстро в Гаррисфорде никогда не бегал. Майнкрафтеры какие-то выкопали лестницу в шахту. О, это что, сейчас гонки будут у нас? О, давай тут наберем всего. А это аптечки? Не, ну да. Давай, Дим, садись. Готов? Да, поехали. Форсаж 11. Отлично. Ого, меня заносит. Музычка пошла. Вот это мне уже нравится. Тихо-тихо, меня занесло. Я за тобой. Это нормале. А Серега, это точно хоррор? Это упоротый хоррор. Это реально какой-то упоротый. Ой, бочка, я думал, она взорвется. Я должен, да, заносить немножечко? Это когда шифтуешь. Да, лучше не шифтовать. Только по прямой, в принципе, если перепрыгнуть хочется. Ай-яй-яй-яй-яй.
сразу заносит мгновенно просто. О, мы куда-то подъезжаем. Дверь открылась. Ой, тут темно так. А ну-ка проверим, тут откроется. Да, здесь тоже открывается. О, тут уже можно вывалиться случайно. Серега, я тебя жду. Будем вместе ехать. Тихо, аккуратно, осторожненько. Хорошо, что бочки не взрываются, уже пачки б не было. Чисто перегонки можно прикольно. Ну, Серега, ну мы же в одной команде вроде бы. А так, что тут делать? А тут уже все, спешиваемся, да? Бежим. А, нет. На машинах надо проехать? Да. Хорошо, едем. А, да, можно проехать. А как тут? И! Тихо. Машина. Так, продолжаем. Блин, ну управляется машина как кусок дерьма какого-то. Так, я правильно еду? Ого, ты уже уехал от меня далеко. Да. Я стою, блядь. Лупашин с шифтом. Куда мы едем с тобой? Непонятно. Кстати, карта весит 300 мегабайт. Как для хоррора, это реально много. Едем с тобой в соседнее село. На дискотеку. Да точно. На поворотах лучше не шифтовать. А да, я заметил. Вообще управление 0,0. Так оно дрифтит, знаешь, как это... Underground. Прощай, Сережечка. Да я не хотел, я специально. Ой, о, там значки какие-то стоят, таблички. Давайте их сбивать будем все. На. Ого. А вот теперь мы, Серега, опять в хоррор заехали. Все, выходим здесь, то уже 100%. А ну, отгони машину, может, двери будут, чтобы открываться. Yeah. Ого, калитки тут. Неплохо. Где мы оказались с тобой? В замке. Сейчас блин, один босс, мне кажется, так будет. Все поменялось, вообще жесть. Castle of Rings. Нет, Кринж. Да. А я Rings читаю. Музыка не ух ты! О, Дима, скведи туалет. Смотри. Дима. Иду. О, прикольно. Ну тут не скибиди туалет, а просто как ванная комната, типа. Музычка мне нравится. Так, что у нас тут, а? Ватер. Кнопка, вода. Вода. Ничего, пусто. Нифига. А ну, это? Холодильник можешь пожрать. О, пошли. Давай иди. Ты. Нет, иди ты. Ладно. Я думал, что сейчас какой-то будет подпись. Я хочу, чтобы тебя подписала. Музыка пропала. О. Не, уже что-то ужас... похоже, да, на хоррор. О, двери Spooky Jumpscare. Я был прав. Spooky Jumpscare, Дима. А, ты, я помню, играл в эту игру в Дискорде. Ребята, заходите в наш Дискорд, пообщаемся. Ссылочка в описании. Сейчас какая-то крокозябра, братан. Сейчас что-то по-любому будет. Так, здесь у нас еще дверь есть. Так, закрыто. Закрыто, да? Да, Локет написано. Ё-моё! Твоя очередь, Ларис. Да-да-да, сейчас что-то будет. Так, пока мне все спокойно у нас. Ух ты, ё-моё! Ай, блин! Так что здесь, слава богу, все хорошо. Серега, я понимаю, что это весело, да? Издеваться над людьми. Да. Опа, а там что-то в конце есть. Ого, он длинный. Ну, давайте с бенни-хопом будем. Там фонарик лежит, Дима. А нам надо его брать? Взять, наверное. Его, не, наверное, он просто мигает. Да. Ой, я слышу какие-то звуки. Ты бежишь? О, да. Нет, это с этой игры как раз такие звуки, Дима. Сейчас какая-то крокозябра, мне кажется, выскочит. А мы так долго, интересно, будем бежать? А, все, уже конец. Ой, все, звук пропал. Вода. Так, ватер. А что связано все с водой? Непонятно. А, вот бутылка стоит. Я, кажется, знаю, что надо делать. Смотри. Ага, давай. Опа. Все. О, сработало. Что за звуки все, у нас пошли? Обратно возвращаемся, походу. Ты думаешь? Ну да, а что еще остается нам здесь? Побежали. Ух ты! А! Серега, беги! Вот это жизнь! Серега, хорошо, что я не побежал первый, он бы меня убивал бы тоже. Вот я это Вену кричит. Я бегу от него. Кстати, оно легко от него убегать, потому что даже бы не хопить не надо. Тупо наравне с нами бежит. Звук такой появился. Ну, нафиг, я двери закрываю. Так я сейчас должен выйти. Че, он за тобой? Он за тобой! И куда он поехал? Я убежал от него, кажись.
какой-то звук сигнализации. Видимо. Да, есть такое. Так, закрыто до сих пор. Не, не сюда, видимо. Мы пропустили комнату с водой. Ясно, идем. Ребята, вы же помните, что все карты, которые мы играем, конечно, они все проходятся. Это тоже не исключение. Закрыто, закрыто. Тоже, я да, Локет пишет у тебя? Да, значит, нам сюда надо бежать. Обежали. Если сейчас скример вылезет, я обосрусь. А, тут головой мы бьемся, особо не разгонишься. Опа. На подкрадуличках музыка. О, вода опять. Погнали с водой, Дима. Пошли. Ее, видимо, что-то надо. 2020. Отсюда нельзя никак ее поломать, эти штуки? Не, вот смотри. Ой, блин. Засунь воду сюда, пишет. Давай. Бутылка криво. О. О, калитка открылась. О, Дима, ключ. О, тут дверь, наверное, открыта. Ну, ё-моё! Что громко. Значит, тут дверь тебе написано локоть, туда, да, идем? С кактусом. О, ну, идем с кактусом, кактус. Идем. Помоги нам. Не, ничего я не могу сделать. С черепом. А ну, может, сюда давай? О, тут ничего нет. Да что вы орете? О, тут что-то нарисовано, как ключ какой-то. Ключей тут много лежит. А, их брать нельзя. А тут что у нас? А это? Что за этой дверью? Может, это сейф открыл? А, какая же это сейф? Ну ладно, нам сюда не надо. Может, кактус туда надо? Да не, навряд. Да что ты орешь, а? Да не, Серега, ты, наверное, просто как декорация. Громкая декорация, Дим. Нам, видимо, сюда еще один босс файт. Жизнь можно пополнить. Босс файт. Так, не зря... Ай, горит жоп! Серега, я не зашел в комнату! Я буду с тобой. О, музычка пошла с Спанч Боба. А жопа должна гореть, да, вот так вот? А, мы сгорим, так. Мочу, мочу. Перезаряжайся, жопа. Одному было бы сложно, ребята, пройти. Просто нереально сложно. А, патроны. Последняя. Есть. Бежим. Да бегу, бегу. Дверь, быстрей. Фух, слава богу. Боже, здесь такие комнаты стрёмные. Кстати, у меня жизни не так уж и много вынесло. 64 осталось. Ё-моё. Мы еще летим куда-то. О, тут такая музычка сразу появилась. Ай. А ну, Серега, постреляй туда. Не, надо Е нажать, наверное, на нее. А ну. О, да. Открылась. Пойдет. Кстати, карта очень длинная. Ой, вообще классно сделано. Так все необычно, и очень сильно меняется вообще сюжет. Просто кардинально. От смеха к хоррору. Дима, это еще одна локация со Spooky Jumpscares Mansion. Да, это она и есть. Гопник тут. Да, я видел, да. Так, дверь тут заедает. Кишки и жопы там. Ключ. Я взял ключ. Ключ? Да. А смотри, тут еще одна. А, тут туалет. Я пойду посру. Мое любимое занятие. На тебе, есть все-таки скибиди туалет вылез. Я потанцевал немножко. Так, ну раз у нас ключ есть, куда нам надо его нести? Надо туда нести. Я так и знал, что тут есть скибидисты. Так, сюда нам точно не надо. Не-не-не, обратно возвращайся. Да, я просто, знаешь, на всякий случай все проверяю. Так, бэктрекинг. Я люблю, когда такое сделано на картах, чтобы ее затянуть. Ну, автор карты молодец, большой. Ну, запарился. И гонки, и стрельбища, и хорроры, нет, и скримеры. Все налепил сюда в одну карту. Кстати, у этой карты 5 звездочек. Не зря столько ему понули. И самое главное, она смешная. Да, есть на чем поугарать. Налево, 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 налево. Иди. А, не можешь, понял. Я уже боюсь тут, потому что какие-то скримеры стрёмные постоянно вылазят. Да, на весь экран. Так, давай. Правильно я иду? Да. Мы она закрыта. Ну да.
Унитазоголовый, блин. Так, мне кажется, сейчас что-то будет. Вот сейчас какие-то будут скримаки. Ах ты, блин! Я знал этого разработчика! Ох, он жопа, да? Черная крыса при том была. Жирная. Жиробасина. На колбасу пустим. Так, вот сейчас, мне кажется, еще что-то будет. Ждем. Вентиляция, провалишься, Дима, от своего веса. Так. Давай, 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 давай. Опа. Так, давай здесь проверим. Опа. Закрыто. Открыто. Открыто тут. Все, пошли. Опа, и свет пропал. Что за звук? А света выйдет? Выйдет, да. Света так, нет. Все, сюда пройдем. Так, закрыто. Вот сейчас в этом коридоре что-то будет. Это электронные двери, Дим, надо свет, кажись, нам включить. Блин, длиннющая карта. Интересная. Ну, 5 звезд не зря у нее. Так, ну я думаю, там точно ломает? Открыть нельзя. Какие-то звуки там, как будто радио плохо ловит. Терминатор. Так, вот сюда, мне кажется, налево. А, да, открылось. Это Абунга, Дима. Абунга сбежала. Серьезно? Да. Все, электричество включил? Далось? Да, вроде как включилось. Да, дверь. О, ништяк. Бежим. Да. А теперь нам вот сюда. Там дверь же была закрыта электронная. Угу. Вот она. Давай. Подъем, подъем, подъем. Stay away. Уйди, поди прочь. Беги, Дим. А бегу. О, что у нас не написано, прочитай. Это место такое сильное. Оно не работает ни хрена. О, ключ. Или что это? А, записка. Записочка. Сзади дверь с механизмом и кнопкой. Нажмите и активируйте самоуничтожение. Это место не такое хорошее. Уничтожьте его. Вся энергия — это выход. Короче, понятно. Надо нам эту дверь открыть и запустить протокол самоуничтожения. Так, ну тогда нажимаем. Давай. Есть. Все, бежим, бежим. Ты думаешь? Так вы... Походу. А, закрыт. А, вот, открыто. Серега. Беги, 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 беги. 5 минут 30 секунд, да. О, музыка с Pizza Tower. Ништяк. Мне нравится, да, эта игра, я так понял? Да, 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 да. Беги, беги, беги. Да бегу. Я правильно бегу, надеюсь? Да, да, да. Офигеть, тут надо именно скорость такую применять. Да, это как в Pizza Tower, короче говоря. О, ништяк, свалили. И давай, что, нам теперь на тачках надо уезжать? Да, да, да. Давай, офигеть, давай, вот этого намудрил здесь. Газуем на всю. Газуем. А где отчет времени, ты его видишь? Вот, он у нас был, сейчас нету. Но... Значит, он идет. Да. Серега, ты меня под колеса бросаешь столы. Так ты подрезал меня. Тихо, тихо, не мешаем друг другу. Кто быстрее вы... Что творится? Нормально! Ого! Это уже взрывы пошли? Да, да, да. Валим, ребята, со всей силы. Я думаю, мы успеем за 5 минут свалить. А, ё-моё, не могу. Да рулюется ж машина, как кусок дерьмища. Ты не шифтуй. А сейчас шифтуй. А, хотя нет, уже не шифтуй. Тихо, тихо, тихо! Туда. О, я тпхнулся куда-то. А, значит, меня правильно тпхнуло, я первый упал. Все, я, ладно, я еду туда дальше. Нет, это музыка с Pizza Tower, Дим. Pizza это хорошо. Да. Да, все правильно, еду, мы отсюда же начинали. Я уже запутался немножко. Так, аккуратненько. Ты знаешь, это надо на самое начало уровня вернуться. Как мы вернемся. За 5 минут, если не успеем, нам капут будет. 3 минуты. Блин, да тут раскидана эта вся балабака. Но один из нас, хоть кто-то точно должен приехать первый. Я, наверное, приеду, я не знаю. Есть, есть, запрыгнул. Так, я приехал на то место уже. Ништяк, ништяк. Бежу со всей силы. Так, я помню эту лестницу вниз. Теперь она наверх у нас. Кирпич.
Да успеем. Я доехал до машин, Дима. Да, я уже тут бегу внутри. Ага, по стрелочкам нарисовано, куда бежать. Блин. А, лестница большая. Я бегу, Дим. Я тоже бегу за все силы. Все. Все, мы прошли. А, разломать надо? Не. Есть, есть. Две минуты. Так, сюда? Да, вроде бы сюда. Две минуты, Дима. А раз, мы успеваем. Музыка замедляется. Ё-моё, не туда. Я а ты прилетел? Я с Луны выпрыгнул. А, нифига себе. А, я, наверное, тоже, значит, с Луны выпрыгнул. О, этот звук еще был, как будто взрыва. Давай. Я успеваю. Так, ништяк. О, меня ты пыхнуло куда-то. Дима, взрывается. Да, я вижу, я слышу. Я в дурке, Дима. Да я сзади тебя прям бегу, ты чё? Ну давай. Жирный пролазит. И, блин, стрёмно, ребята. А мы тут не были. А потом оказывается, что мы в дурдоме, это нам все привиделось? Может такое быть? Походу, это беды с башкой, Дима, у нас с тобой. Надо лечиться. Скорую вызывает. Минуту. А мы успеем. Давай. Ну, дверь. По лестнице направо, Дима. Дима, ты не успел. Успел. Все, мы на лифте поднимаемся. Ребята, мы смогли. Надеюсь, что это конец. Бежим. А бегу, бы не хоплю со всей силы. Можно кнопку нажать? Все, мы прошли. Да, The End. У меня написано. У тебя написано The End? Да. Танцуют все. Тоже, ребята, возьму танец. Дима, тут есть... А вот как я танцую. А ты посмотри, тут это огромное спасибо тебе. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас хоррор. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Карта называется «Забытое убежище». Ребята, мы эту карту не смотрели, не знаем. Надеюсь, будет страшно. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так. Так, ну тут кровяк, одушек, все нормально, пойдем. А мы друг друга можем проходить сквозь? Да. А, это смотри, кто хорошо сидит, это не твой сосед? Смотри, челик сидит. Ребята, откуда тут взялся? Я не знаю, вроде не было, когда мы проходили. Да, не было. Оказывается, сидит, ну ладно. Ну вообще, конечно, смешно, ладно, пойдем. Он исчез! Да? Да, смотри. Вообще-то мы должны были бояться его, но ладно. Не, я испугался его, если честно. Он такой... Кстати, это не челик, это кукла была. Это кукла, да, какая-то. Полукукла, полу... Димас, глаза видишь впереди? Нет. Там были глаза красные. Не знаю, что с этим челиком произошло, но что-то ужасное, если честно. Ух ты, лобухиный! О, Димас, ты видел, там ведьма стояла? Старуха какая-то была, страшная. Блин, иди ты вперед, ну нафиг. Будем по очереди скримеров ловить. Ребята, наконец-то научились делать офигенный хоррор в горе. Давай, иди. Давай, несы. Нормально. Это просто куколка маленькая. Ну да, у нее зубки такие веселые, но ничего страшного. Может, надо жмякнуть на нее, не? Чем? Не знаю, пальцами. Идем сюда. О, это мастерская какая-то. Иди. Я немножко... Да что меня бьет по голове? Мастерская зубов, Дима, здесь зубы ремонтируют. Что-то потемнело, там было светло, уже темно, да, стало? Бензопила, болгарка. Что это? Да. Так, тихо, слышишь? Да, что-то скулит и воет. Нас закрыли. А вот смотри, надо взять вот эту штуку. Резальщик. Не? Резальщик. Не берет. Что делать? Может, стулом разбить? Может... Стекло надо выбить, нет? Я тоже так думаю. Так, Димас, мы заперты в каком-то ужасном месте. Опа, посветлело. Да. А чё это так? О, можно выйти. Ух ты! Чё там? Куда челик был. Страшно, да, что-то было? Ну, пойдем дальше. Такой монстр. Тут, кстати, новые такие прикольные модельки сделал разработчик. О, вижу, глаза красные. Смотри. Видел! Ах ты, Ла! Ты видел? Да, я видел. А, там Димон, челик. Лифт. Нет, не рабочий лифт. Будем делать, сейчас чинить.
Во! А, Мас, смотри! Это камеры, можно было следить тех, кто тут находится. Это психушка какая-то, что ли, или нет? Это вообще какая-то дурка какая-то. Пойдем отсюда. Я боюсь, сейчас нас... Не сыка, я так 100 раз сделал. Че, по кругу обошли, что ли? Такое место заходил 100 раз. Так, давай обратно. Видать, Дубль что-то 2. Мы должны были открыть. Нам сюда. Да, вот нам вот сюда вот нужно. Именно. Иду, иду. Так, Димончик, сейчас что-то будет, я готов. Тихо, землетрясение, Димас, аккуратней. Тряпка, чьи-то трусы сейчас сохнут. Так. О, пойдем, Димас. А, Димон, смотри, камеры стоят, за нами следят. Мы потом найдем комнату, да, где куча камер стоит. За нами не только следят. О, тряпка. Так, Димас, ты зашел вниз, да? Да, я тебя жду, давай. Давай. Классно, да, сделано? Красиво очень. Джунгли какие-то, пойдем. Опа, челик лежит. Ну ему, наверное, нравится. Опа! Блин. Слабо. Давай жестче. Дерганый стану от этого. Смотри, еще Костяшкин лежит. Димас, попробуй возьми ключик. Что получится? А что это за рука? Привет, мужик. Я думал, Димас тебя схватит рука и утащит куда-нибудь. Не-не-не. Значит, этим ключом мы можем открыть какую-то калитку. Блин, тут такие опыты ставили, вообще жесть. Это она. Нет, не она. Нам наверх, Димас, пойдем. Пошли. Походу мы открыли, наверное, какую-то дверь. Интересно. Ох ты, так, да! Опа, там еще какой-то чел был за калиткой. А мы тут были? Нет, мы здесь не были. Фоткай все. Фоткать? Блин, куча камер стоит, за нами следят. Фотографировал. О, может сюда надо зайти? Ой, тут канализация. Давай не будем. Я вниз, Димон. Давай не будем, Димас говорит, давай вниз. Оп. Так, а вот здесь, кстати, опаснее намного, чем вверху. Классно, здесь очень атмосфера. Монтировку нашел, мне дали монтировку. Красавчик. Теперь буду открывать дверь. О! Ты хороший хоррор, ребят. Мне нравится, ребята, это точно лайкосик заслуживает. Кстати, карта весит 52 мегабайта, для хоррора это много. Да, согласен. Еще один ключик. О, слышишь, девочка поет? А, нет, не послышал. Это джаз какой-то играет. О, челик, здорово, мы тебя помним со 100 серии. Опа, что такое? Мне кажется, так не должно открываться. Зачем мы ключ брали? Подожди, а мы тут были? О, тут теперь в углу кто-то стоит. Ты что? Блин, вот это дает разработчик. Так, все, теперь надо к лифту, Димас, идти. Точно? Не туда, сюда. Музыка атмосферная, класс. Вот здесь был паук очень здоровый. Чувак-паук. Я не знаю, тут вообще такая жопа творится. Так, здесь нормально все. Здесь тоже все хорошо. Ну так, как сказать хорошо? Не сейчас совсем, скример. Конечно. Сейчас будет скример. Не совсем, конечно, хорошо здесь. Не работает калитка. Так. Первый наш тупик. С Димасом надо искать выход. Да сейчас найдем. Так, но здесь было. Дверей, Димас, нету, поэтому уходим отсюда. Здесь нам точно искать нечего, вообще нечего. Так. Может, монтировкой? Монтировка? Ящики поломай монтировкой. Нет. Монтировка такая, локпик, типа открывашка. Это не. Понял. Нельзя им драться, понял? Чисто поржать. Надо какую-то найти дверь, с которой можно будет взаимодействовать. Сейчас найдем, Димончик. Ищи такую дверь. Помнишь, мы какие хорроры сложные проходили? Да. О, вот она, Димон, нашел. Так вот именно, вот она, да. Вот она. А, нет, значит, сейчас найдем. Давай сюда найдем. Сейчас будут скримаки, смотри. Вот это, кстати, стрёмное место. Димон, тут что, купается движухой? Ну зачем? Я бы так не... Еще сидят на стуле и смотрят, как ты купаешься. Класс. Что, не работает ничего? Блин. О, я нажал на датчик. Димас, смотри, что здесь творится. О, это ванный деток. Офигеть, пацаны, неожиданно. Это убивает людей здесь? Димон, иди, я тут жду. Пришло. Офигеть, как громко, ну классно. Здесь, может, ключик есть? О, челик сидит, смотри. На Wi-Fi, я думал, на Wi-Fi играет. А чё он по коленке фигачит? Офигеть, у кого, кстати, ножницами? Дурачок, что ли? Мужик, прекращай, оно больно. Вылечить? Я тебе серьезно говорю, оно... Если бить так ляжку, оно больно будет очень. Димас, да? Да, оно... Кровь будет идти. Да не, пойдем, он какой-то неадекватный. А это не настоящий человек, тоже как манекен. Да, это кукла. Тоже тут хорошо, да, все? Я смотрю за окном, не захожу. Хочу, чтобы тебя напугали. Да не, нормально. То что, все к двери открывать надо? Да, давай откроем, посмотрим.
Может, что-то в них будет, какая-то штука интересная. Надо позаходить по-любому, да, во все? Ну, давай зайдем. Так, да, нет. Здесь мы были? Давай были. Сюда. А, вот. Работает вот. Лифт, Димон. А, ключ. Ключи. Есть. Так, Челикова этого уже нет, он уже все. А, ногу заштрекал себе, все, пошел гулять. Все, пошел дальше, да. Пошел другим показывать, как он ногу штрекает. Вот, дверь новая открылась. Отлично. Ты че тут сидишь, мы тебя помним. Сейчас да, что-то будет, Димон. Дорогу преследует. Сейчас что-то будет, смотри, там темно. Смотри, смотри, смотри. Сейчас. Нет, так, смотри-ка, кодовая. А? Кто-то сзади был. Коробочки есть. Че тут, ничего? Карта какой-то страны. Карта мира. Какой. Так, это на улицу? Димас, это на улицу выход. Нам сейчас скоро мы выйдем отсюда. Осталось чуть-чуть. Так, осталось только в кабинет директора зайти, вот он. А почему я первый ползу, я не понял. Ну, видно, так задумано. Может, ты, Димас, хочешь первый? Не-не-не-не-не, я ссыкаю. Блин, а сейчас прыгнет мне что-нибудь в лицо. Не прыгнет. Ты меня застраховал? Да, твоя жизнь застрахована. А, получу... блин! Я получу бабки, если ты погибнешь, так что давай. Блин, я не ожидал, что он... Опа, волчары. Давай, Димас, иди сам туда. О, здорово, я тебя знаю. А, он не двигается, я думал, сейчас нападет на меня. Так, что такое, страшно. Я застрял. Так, видать, нам назад надо к этому манекену. Димас, разворачивайся, иди первый. Блин, это жесть, чувак, ты специально... О, ключ появился! О, теперь мы можем идти. Такая... Так, я надеюсь, он не напрыгнет на меня? Нет, не сразу, попозже. Должен исчезнуть. Он еще тупелька каких-то. Так, идем. Вообще, как ключ среагировал на то, что мы должны пройти через вентиляцию? Димон, это начало. Так, да, мы в начале. Есть, открыл. А, так оно и открывалось, а. Раньше открывалось. А я рад, это когда классно прошли. И куда я теперь дальше? А, давай сюда. А, может опять до лифта все-таки? Да, все-таки давай до лифта. Да не, это обманка, Димас, обратно. Что-то не работает. Скорее всего, помнишь, длинная. Там улицу мы видели. Может, нам уже на улицу пора? Пошли. Давай. Ну, не знаю. Проверять будем. Ну, ладно. Так, туда... А, блин, а что это такое? Значит, все правильно идем. Все правильно идем. Ты нас видел? Какая-то фигня вылезла. Не-не-не, я сзади шел. Черная какая-то здоровая тонкая штука вылезла. Фух, я, наверное, сегодня не высплюсь, наверное. Может, вниз туда надо опять прыгать, нет? Не, подожди, не прыгай никуда. Ты чего? Сейчас прыгнешь, меня сейчас, блин, тут калашматят. Ну-ка. Не-не-не-не-не, какой туда не надо. Нет. Я думал, может, мы уедем, типа, и конец карты. Тут вы уедем в подвал, потом еще по подвалам будем прыгать от этих. Нормально. Я боюсь. А ну я в школе тут еще похожу. Куда ты пошел? Да все сейчас будет. Выходим из этого местечка. Все, надо сваливать. Ну нафиг здесь оставаться. Да прикольно, здесь такие монстры классные. Димас, наконец-то свобода. Ребята, вы сбежали из психушки. И чё, и всё? А чё, так просто? А где заставка? Типа мы крутые мужики. Ну, мы крутые, ты просто должен знать, что ты крутой, и всё. Нет. Карты так никогда не кончаются. Так, Димас, ты чё, тэпайся. Так, тихо, не нажимай. Это тебя тэпыхнуло сюда? Да, меня сюда тэпэхнул, но пока не нажимай, смотри. Тут есть две кнопки. Одна кнопка рассетнет карту, а вторая кнопка что-то взорвет карту. Давай взрываем. Взрываем? Да. Чё? Вот это взрыв! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Ингрипанда, King on Fire, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Сегодня у нас очень классный режим, называется Detran, карта хоррор. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, нас уже здесь ждет девочка, которая хочет нас напугать. Давайте проверим. А, это уже была первая ловушка? Да. А я живой остался. А ты смотри. Воу, прикольно. Кстати, мы будем втроем идти, а Серега будет нажимать кнопки. И что будет? Давай подождем. Воу. А, все-таки замочила. Ну что? Это была первая ловушка, которую Сереге удалось. Это ты нажал кнопку или она автоматически сработала? Да, я нажал. Так, пацаны, я уже вижу этот прикол. По-любому здесь будет что-то стрёмное. Давайте по краешку пройдем. Ах ты жопа! Да ладно! Ой-ой-ой-ой-ой! Все улетели тупо. Так я же по краешку шел, почему? Эй, странный колодец! Я активировал насос.
Насос не активируйся. А как пацанам пройти теперь? Сбоку пусть проходят. Все уже отключилось. Так, ставлю здесь спаун. Следующая ловушка. Вот это она, я уже это понимаю сразу. Че, пацаны, идите. I wanna play big game. Отлично. Воу, смотрите. Это что, связано что-то с пилой? Да. А, так это, наверное, и называется Death Run Horror по фильму «Пила», правильно? Нет. А, я просто проверял. Видишь, тоже выхватил, что нет. А, ты ее же активировал. А, ты ее не активировал. Нет. Ага, пацаны. Подождите, подожди. А что здесь? Получается, здесь ничего? О, я уже это помню с какой-то игры. Хоррор. О, говорит, давай поиграем. Воу, прикол. Отлично, Сережка. Там штыри были, да, внизу, которые нас хотели пронзить? Следующая ловушка, я не буду спешить. Так, ну. С Богом. Есть. Серега, молодец. Идемте потихоньку, отлично. Очередная ловушка пройдена. Так, давайте проанализируем, что у нас тут дальше. Опа, штыри вылезли тут. Надо выбрать, с какой. Так, ребята, нас трое. Одна есть. Вот она. А я... Да ладно, почему? Да ну почему? Эй, Серега. Один правильный, другой нет. Ну, правильный. Меня активировал только что. А чё спаун не поставишь? А я вот забыл. Да как они же, ну почему? Да Сережка, да я уже понял, видишь, проверял, тоже шаришь. Так, у нас начинается веселье. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, мы поднимаем людям настроение каждый день. Опа. Не-не. А с какого это фильма? Что-то знакомое очень. Сияние. Сияние? Да. Опа, что тут надо сделать? Выбрать какой коридор или что? Да. Ну давайте сюда нажмем. О, топор торчит. А, это там, где чувак-то этот говорит. Джонни, да, я уже не помню. Here's Johnny. Опа. Повернись назад. Во! Блин, прикольно. Да ну это не прикольно. Что за ловушка? Так, надо поставить дальше. Вы издеваетесь, что ли? Тоже, да, шарите, как я? Да, идем сюда. Я нашел выход. Вот сюда и поворот сюда. Ах ты крыс! Так, я поставлю здесь. А что это такое, дверь едет? Так. На что зажмет? Ты же сказал, ты знаешь выход. Да и тут не был выход. Ты же сказал, знаешь выход. Прощайте. А я живой. Сюда теперь. А теперь точно. Классный хоррор. Эта карта мне очень нравится. Офигенно напилили. Так. О, что это за хэдкраб упал? Давайте поставим здесь спаун. Ага. Меня обманули, это не дверь. Оп! Нет, давай. Ух ты, а чё так дернулся? Это я на тебя лампу сбросил. Да ладно, Серега, не надо лампы сбрасывать на меня. Оп! Дверь открывай. Оп! Да что за вода электрическая? А, типа ты сбросил лампу, из-за этого она стала электрической. Оп! Есть! Ставим спаун. Чё у нас тут? Так, ребята, не спешим, потому что мы сейчас опять сольемся. Воу, здесь такой прикольный шум ветра. Ага, так, ага. А я не знаю, ты сейчас про... Я наоборот вниз упал. А я сейчас про паркур, смотрите. А чё? А, возродился. Паркур! Даже сфоткал перед смертью за секунду. Так. Да ну ты что за бред? Так. Так. Отлично, привет. Ребята, получилось. Привет. А чё, мы уже все прошли? Нет. Это получается та часть карты, где мы можем просто увидеться, да? А, да. Нам в дверь, пацаны. Удаляю. Какую удалять? Надо ее ломать. Да ну что за... Ломать дверь надо. Ломай дверь монтировкой. Я ломал дверь, пацаны. Я ломал дверь полностью. Так, что нам здесь надо выбрать? Куда я пойти, влево или вправо? Тут одноэтажная комната. Тут надо выбрать, ой, ломать. Ты чё кидаешься на меня? Так, давайте внимательно смотреть. Чё у нас тут?
Так, Серега, в чем заключается эта ловушка? Ну, иди дальше за пацанами. Иду, иду, я тут посмотрю, как... О! Ого, ля пилы какие! Ля пилы! Пила. Так. Че у нас тут? Чпонькс, иди! Смотри, тут кто-то полз, окровавленный. Че там, скример был? Погнали. О, чё это мы? Откидывает. Ставим спаун. Во-во-во, психичка! А! Не бей, не бей, не бей, не бей! Серега, чё ты веселишься, нас убиваешь? Последняя ловушка осталась. И вам конец. Вам уже, по идее, и так конец. Ой-ой-ой, ты чё своими этими инвалидными колясками кидаешься? А чё меня притягивает? А чё нам тут делать? Выживать. Да не в меня стрелять. А, не в тебя? А, получается, когда закарается красными, они пропадают. Я понял, я помню эту фишку. Так, ребята, будьте внимательны. Я буду тут стоять. Отлично. Тихо. Смотрим, смотрим под ноги внимательно все. Ты шо? Так, чё, мы ещё втроём живые? Вчетвером. Ой, да, вчетвером. Ребята, напишите в комментариях, кто из нас выживет в этой мини-игре. Эй, иди в баню. Так. Так. Ну-ка. King of Fire умер. Так тебе и надо. А я живой. И я живой. Ой-ой-ой. Ой. Не-не-не. King of Fire выбыл уже, всё. Серега, сейчас ты проиграешь. Да, я проиграл. А чё? Всё? А нет? Нет, ещё не всё. Ой-ой-ой, ещё чуть-чуть, и ты бы умер. Вопрос, а я успею пройти? А я буду между плитками стоять? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Да ладно. Мне везёт, мне везёт. Опа! Между плитками можно стоять, и на одной из них остаёшься. Гениально. Вот так вот встанем. Чё, всё? Нет. Я что-то из вас... Ух ты! Мне повезло. Да ладно, Серёга! Да ладно, Серёга! Ну ладно! Серёга, я хочу посмотреть, как ты умрёшь. Я не умер. А чё? Он читер. Ребята, теперь кнопки нажимаю я. Ну что, пацаны, идите. Иду. Ну, я подожду. Давай, 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 давай. Я буду сейчас очень внимательно. Опа. Ах ты жопа. А чё я нажал же? Надо ударять монтировкой. А чё ты раньше не сказал? Да ладно. Ладно. Пусть беру, блин, комом. Давайте, дай. Хорош, минус. Отлично. Энгрипатула. Еще один. Ну что, сливайтесь, сливайтесь. Ого, крики. А там призрак. Ух ты. Смотри. Прям какой-то ужастик. Так, ждем тут пацанов. You wanna play the game? Давай, Сережка. Став спаун. Отлично. Иди, иди, иди. Ах ты жопа, блин. Зачем ты активировал? Панда, она второй раз активировала. А, ну только один раз. А, хорошо, да. Хорошо. Ну все равно я убил хоть одного хлопчика. Так, дальше. Ах ты, блин. Да ладно, вы шатерите. Я прошел. Да ладно, вы быстро очень, я не успеваю, Серега, ты читер. Да, я читер. А, вы уже знаете. Они что, получается, заскриптованы эти ловушки. Хорошо. Хорошо. А зачем ты активировал ее? А я думал, вы будете идти, она вас как-то убьет все равно. Беги! Отлично! Я успел. Ах ты, блин, надо в Гаррис Моде убирать бег на Shift. А тут надо уметь бегать, я просто в эту карту раньше играл. Ну че, пацаны, давайте, прощайте. Хоть одного, но замочил. Все равно не зря активировал, не зря. Давай, иди, иди.
Ах ты, блин, говно! Давай здесь. А я нажму, все равно, а ты не запаркуришь тут. Слышь? Ах ты, жопа! Да ты задрал! Ты эту карту... Ребята, он эту карту знает, поэтому он хорошо играет. Я в нее знаешь, сколько играл? 4 года. На тебе! Слышь, ты в одну карту 4 года играл? Да, в Team Fortress 2. На одну. Давай, я жду вас. Давай, давай, давай. Кабака не умеет играть в эту карту. Умею. Просто проверяй, умеешь ли ты. Видишь, умеешь. Подождите, давай, давай, давай. Сейчас спаун поставлю. Давай, Сережка, я тебя жду. Сейчас спаун поставлю. А вот тут ты не пробежишь. Тут я тебе не позволю. Так. Панда, беги. Давай, 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 Сережка, я жду тебя. Ну тут я тебя точно подловлю. Отойди, ну-ка, панда, ну-ка, сейчас ну-ка. Я разбегусь. Да очень большой кусок, очень большой кусок. Есть, есть, ребята, прощай, Сережка. 3, да, отлично, 3, 2, 1, хотел сказать. Давай здесь. Тут я тоже подловлю тебя, не переживай. Я живой. Ты живой? Да ладно. А что дальше мне, куда идти? Да никуда, все, это конец тебе. Мини-гейм. Ну чё, давайте еще разок мини-гейм. Надо посередине. А тут рандомно будет или посередине всегда будет? Рандом. Так. Надо стоять между 4 плитками, тогда точно затащишь. Вот так, да. Туда. Ты тоже это выхватил, да, штуку? Да я уже давно это знаю. Ребята, напишите теперь в комментах, выиграю я сейчас или нет. Так. Сережка, ну ты должен проиграть в этот раз. Нет. Ну пожалуйста, проиграй. Нет. Выиграю, назло тебе. Angry Panda, давай тогда ты проиграй. Не, я уже проиграл. Ну пожалуйста, проиграй. О, нет. Отлично, отлично. Больше нет. Сережка, ну проиграй ты. Нет. Кабаку. Так, ну твой, почему под тобой ничего не исчезает? Подо мной еще ничего не исчезает. Ой-ой-ой, уже 2 плитки. Давайте вот так встанем. Серега? Я хочу, чтобы ты проиграл. Очень сильно. Не. Надеюсь, моя мечта сбудется. Не. Че, все что ли? Панди везет больше. Прощай. Оно медленнее, да? Чем меньше плиток, тем медленнее немножко исчезает. Да. Понял. Тихо. Так. Angry Panda, тебе все. -1. Или Сережки. Эй! Эй, я сейчас проиграю, если моя плитка исчезнет. А как успеть... Ах ты, блин! Дима проиграл. Я проиграл, все. Я смотрю, кто из вас выиграет. Да блин, сегодня не моя эта карта там. Вверх ногами лежит. Ну чё, делаем ставки. Да Серега, ты как-то знаешь какой-то прикол, который мы не знаем. Это рандом, это чисто рандом, Дима. Если вам понравилась эта карта и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.